Всем привет, ребята. Как всегда, мы изобретаем. Хотим гипсокартон сделать на потолке в одной комнате. Но для этого нам надо отбить полосу ровненькую. А для этого надо нивелир. А он же стоит, зараза, немерено. Ну вот у нас есть лазерный уровень обычный, вот такой. Можно по пузырькам, конечно, выставлять, но это все погрешности бешеные. А если мы вот так сделаем? Возьмем тарелочку. Воду налили туда. Правильно? И просто этот лазер поставим. Дольем сейчас побольше воды. Так, чтобы он выше начал показывать. Выше бортика. Блин. Ну давай. До краев. Ай, блин, тянется прямо к этому. Туда, где я воду лью. Ну все, все, давай уже. Вышел? Да, вот он вышел, видите? Значит, смотрите. Сейчас мы на какую-то возвышенность. На лесенке у нас есть лесенка. Поставим вот это все. И вот так в одном углу лазер будет проходить. Раз, маркером отметочку сделали. Потом вот так подули. Пока он не сделает круг. В общем, вы поняли. И по кругу на потолке отобьем линию. Вот так вот дешево и сердито у нас получился нивелир. Итак, вот помощник выставит сейчас уровень на ленте йога. Ну, вот такая конструкция получилась. Смотрите. Долго, конечно, будем ждать, пока это все устаканится. Будет, да, мотылять его друга, да? Но, в принципе, как бы, все отлично. То есть зайчик видим. Сейчас Мишка будет бегать за этим зайчиком. Все, выставляем. Так, ребята, набираем воду. Проверить хотим. Просто шлангочка и гидроуровень. Кто знает, что это такое. То есть проверим, как наш лазер. Лазер хорошо себя показал. Но очень долго устаканивается вот эта чашка. Поэтому если бы туда масло налить какого-то, не воду, а какую-то жидкость тягучую, мне кажется, было бы все четко. Ну, так все работает, все хорошо. Ну, зачем тут лазер, если этот тоже хороший, точный, да? Набираем гидроуровень. Ай, надо без воздуха. Ну, сейчас я. Так, ребята, вот мы набрали обычная шлангочка. Смотрите, набрали без воздуха. Так, вот сравниваем две трубочки. Видите, кто закон Паскаля-то вам? Рассказывал кто-то в школах, не? А, наверное, хрен, сейчас ничего не рассказывает. Закон о сообщающихся сосудах. Кто помнит? Ну, в интернете наберите. Так видно хорошо. Надо, кстати, закрашенную было водичку какую-то. Чем-нибудь. Ну, хотя видно, да, прекрасно. И вот смотрите, если я сейчас вот одну трубку закрепил, да? А второй начну двигать. Что будет происходить? Они уравновесятся, ребята. Вот это и есть уровень водяной. Раньше так строители использовали его. То есть мы сейчас на одну метку, которую мы лазером набили, поставим. И на второй угол. И сравним, точно лазер или не точно лазер нам сделал. Все, ребята, видите, лазер четко. Ну, плюс-минус там миллиметр, это же чепуха. Смотрите, как классно. А теперь в том углу, Андрюхе, покажи. Все совпало. Эй, зачем же ты нам на шлангу наступил, Вадик? Все. Так, ребята, как еще раз показываю, как это делается. Затыкаем трубочку, можно с одной стороны, она тоненькая. И вот переносим, значит, здесь нам теперь надо метку сделать. Я перенес примерно. Так, я бросил. Теперь иди до Андрюхи. Покажи, Андрюха, как ты должен что теперь сделать. Ну, допустим, давай я еще раз собью тебе. Оп, и брошу. Вот я бросил, а ты должен что? Совместить. Опять с эталонной меткой с одной. Выбрали какую-то одну метку себе. Можете от фонаря ее нарисовать, как вам надо. И потом это эталонная. Уже по разным углам трубочку таскаете, второй конец. Выставил, все? Да. Так, и теперь смотри, Владимир, что я делаю. Вот он выставил, как положено. Ты ж наступил опять на шлангочку. Прибью. Я вслух сказал, да? Так, и теперь здесь отмечаем. Все, вот она, меточка наша. Теперь
переношу опять. Могу опускать, видите, что угодно сделать, могу перенести. То есть обратите внимание, вот эти все штуки валяются на полу. И от того, как вы ее поднимете, опустите, ничего роли не играет. Главное не наступать, потому что она сжимается, чтобы не пережатая была. Так, все, бросаю. Андрюха, выставляй по своей эталонной метке. Все. Есть, да? Ну тут смотрите, вот лазером мы делали. Ну все четко. Видите? Все четко, то есть все хорошо. Так, вот мы еще лазером делали. Так, Андрюха, сейчас выравнивай сейчас. Что-то вниз у меня ушло. Все. Выставил? Все. И, а тут у нас лазер вот так бегал. Помнишь? У нас еще лестница немножко сдвинулась, зараза, не закрепили. Видите? А здесь получается вот тут аж. Так, этому не верить. Вот с этой палочкой верить. Так, а ну давай еще здесь пристрельнем. И потом линеечкой померяем. Выставляй. Есть? Да. Так, ну и вот. Ну и все. Итак, ребята, вот мы пришли к исходной точке. Ну и еще раз давайте теорию закрепим нашу. Вот я пришел, да, к Андрюхе, раз, такой и говорю. Не к Андрюхе, а в какую-то точку в контрольную. И ему кричу: Андрюха, давай, выставляй. Что он делает, смотрите. Он выставляет к той нашей эталонной метке. Все, ребята, все сошлось. Ну, для этого на вторую держи трубку. Две их выставляй. Все, убедились, ребята? Этот метод дедовский, блин, ну он самый точный. Лазером это все чепуха. И покупать за 4000 лазер строитель, нафига он нам надо? Все-таки вот по трубке самое лучшее. Все, забудьте про тот лазер с тарелкой. Все, всем пока.